Так, ребята, всем привет, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я буду рассказывать про мою фотосессию с Амиром Гумеровым, которая у меня проходила вот летом, давно бежишь в ней. Была мне понравилась, конечно, было периодами достаточно прохладно, но так было идеально. И, собственно, первый тупальник. Так он мне сказал, что вы можете посмотреть чуть дальше в фотосессии. Это вот такой вот вверх. Заказывал на Валбере. Сколько стоит, честно говоря, я уже не помню. Собственно, вот низ. И то, что мне нравится больше всего, это вот такая вот юбочка. И вот этот вот верх. А также-таки Амир привез какую-то супер классную штуку. Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Просто мы накачали туда воду через водохранилище наше. И получается, просто моя мама стояла с этой штукой вот так вот ее держала. И я просто бегала под ней, и в это время Амир меня фотографировал. Под ней было реально безумно холодно. Прям очень. Ну, что поделаешь. Как говорится, красота требует жертв. Вот. Смотрите дальше фотосессию. И не переключайтесь. Всем привет. Сегодня у нас фотосессия. Фотосессия у нас сегодня с Елизаветой Шубиной. Всем привет. Кто не знает Елизавету Шубину, ссылка на нее в описании видео. Да. Переходим, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. И сегодня у нас будет немножко экспериментальный видос, в том плане, что мы сегодня будем фоткать с водой, да, воду мы сами организовали. Если у вас есть идея, как это сделать лучше, напишите в комментариях. Было прикольно, когда я сказал, что хватит. Что, давай всем до свидания скажем. Да. Лиза пошла погреться. Никуда не уходите. Видите, на какие жертвы идет человек ради того, чтобы получить классные картинки. Поэтому подписываемся на Лизу, переходим, ставим лайки, нажимаем колокольчики, не забываем. Всем пока, с вами был Амир Гумеров. Все, ребят, так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, пишите, понравилось ли вам купальник, понравились ли вам фоточки и всякое такое. Вот также вас жду на других моих каналах. У меня есть канал на Бусти, где вас буду ждать, Инстаграм-канал и Телеграм. Так что везде вас жду. На этом все. Так что всех люблю и всем пока.